В наше время так тяжело найти линейки, не представляете себе. И фотографию на нашу. Возле главного входа в парк усадьбы Кривякина волонтеры Воскресенска организовали пункт сбора гуманитарной помощи, но собирали не просто вещи, а школьные принадлежности. Приближается 1 сентября, и тысячи детей в нашей стране пойдут в школы. В свете этого события организация «Волонтеры Подмосковья» проводит акцию «Доброе дело нашим школьникам», в рамках которой мы можем собрать канцтовары для школьников территорий приграничных Курской и Белгородской областей. Все жители могут принести карандаши, пеналы, цветную бумагу, тетради, в общем, все канцтовары и все, что необходимо школьникам. Помощь приносили и представители организации городского округа Воскресенской «Простые люди» от души. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы сами или от организации какой-то? Сам. Молодцы какие, спасибо. Тетради, дневники, линейки, пеналы с ручками и карандашами, краски и фломастеры. Волонтеры аккуратно расфасовывали все это по коробкам, а люди продолжали приходить. Захотелось помочь, вот принесли помощь подготовиться к школе детям. Мы принесли ручки, карандаши, пластилин, цветную бумагу, краски, кисти, в общем, все, что необходимо для школы. К этой акции активно подключились и представители Воскресенского колледжа. Преподаватели и студенты всегда готовы прийти на помощь нуждающимся. Воскресенский колледж не остался в стороне и принял участие в акции «Доброе дело школьникам». Мы собрали в короткий срок 4 коробки с канцелярией. Это тетрадки, это карандаши, ручки, фломастеры, все, что может понадобиться как первокласснику, так и старшекласснику. Даже есть сборники ОГЭ и ЕГЭ, чтобы они могли спокойно подготавливаться к государственным экзаменам. Так как является наш колледж пунктом сбора, есть неравнодушные жители, которые приносили нам одежду и продукты питания. К сожалению, часто мы не можем повлиять на обстоятельства, но всегда можем протянуть руку помощи ближним. Все необходимое для подготовки к новому учебному сезону отправится ребятам, которые были вынуждены покинуть свои населенные пункты из-за боевых действий или просто не имеют возможности приобрести все это к началу учебного года. Денис Нитков, Артемий Максимов, новости из Кровект.